Доброе утро, дорогие друзья! Хорошего всем дня! Вот у нас сегодня эфир из красивейшего места в Иерусалиме. Сзади меня строится новый район, Гар-Шмуэль, Ар-Хома. Совсем недавно здесь не было ни одного дома, а сегодня здесь вот такая красота. И это просто чудеса, просто чудеса. Совсем недавно здесь были пески, пустыня, малярия, никаких технологий. И за 75 лет мы получили прекрасное государство, которое строится, Всевышний постоянно делает нам чудеса. А мы продолжаем с вами готовиться к празднику Шавуот. Через 10 дней будет день дарования Торы. Очень-очень святое время. И чем больше святость, тем больше необходима подготовка. Это мы знаем, давайте поэтому готовиться. Во-первых, когда Моше Рабейну идет получать скрижали на гору Синай. Он там уже был 3 раза по 40 дней. И вот, наконец-то он спускается с горы, и у него в руках скрижали. 2 скрижали. Первая скрижаль, она занимается заповедями, которые относятся между нами и Творцом. 2 скрижаль занимается заповедями, которые занимаются отношениями между людьми. И вот идет Моше Рабейну с горы, и каждый человек, который там был, хочет посмотреть, что же там написано, хочет увидеть, что же там Бог нам дал, какие самые главные 10 заповедей, в которых зафиксированы и зашифрованы остальные 603, получается. 10 на скрижалях, и в них находятся все 613 на самом деле. И когда мы пошли, человек, который хотел посмотреть, репортеры, которые стояли с камерами, ждали, что же там Бог дал, что они увидели? Они увидели 2 скрижали. Первая скрижаль, которая занимается отношениями между человеком и Всевышним, на ней очень много текста. Первая заповедь звучит так. «Я Бог ваш, который вывел вас из Египта». Потом написано «Не делайте себе других богов, не делайте себе изображений». Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Огромный-огромный текст. И из-за того, что на скрижале, которая занимается отношениями между человеком и Богом, так много текста, мы понимаем, что шрифт был намного-намного меньше, чем на 2 скрижали. 2 скрижаль, которая занимается отношениями между людьми, на ней все четко и просто. Не убей, не укради, не возжелай чужого. Очень-очень мало текста. И из-за того, что так мало текста, буквы были значительно больше, чем на той скрижали, которая занимается отношениями с Богом. Почему так? А потому что Всевышний сразу тебе говорит: человек, если ты думаешь, что мне важнее отношения твои со мной, говорит Всевышний, ты не прав. Мне важнее отношения, которые между вами людьми. И поэтому на скрижали крупно было написано: не убей, не укради, не возжелай. И когда человек издалека смотрел, что же там Моше Рабейну получил, первым делом он видел, что у Всевышнего в приоритете заповеди между людьми. Не убей, не укради, никого нельзя обижать, всем нужно помогать. И это важнейшее правило, которое мы должны с вами усвоить перед днем дарования Торы. Что самое главное – это заповеди между людьми. Самое главное – любить своего ближнего и, не дай Бог, не делать никогда того, чего ты сам не хочешь, чтобы делали тебе. Это первое важнейшее правило, которое мы получили, как только Моше Рабейну только спустился со скрижалями. Также мы знаем, очень-очень интересно, вот на эту тему отношений между людьми, что есть такая птица, называется цапля. Цапля, она абсолютно не кошерная в пищу, ее нельзя кушать никому. Но парадокс заключается в том, что цапля на иврите – это хасида, праведница, благочестивая. Так почему же птица, которую нельзя кушать, которая запрещена в пищу, у нее есть такое название, светлое название, праведная птица? Почему? Потому что эта птица помогает, она очень любит помогать. Но что? Она помогает только своим, в своем собственном гнезде, только своим родственникам и друзьям. И поэтому она называется хасида, потому что в отличие от других птиц, она любит и умеет помогать. Почему же она тогда не кошерна в пищу? Потому что она помогает только своим. Тот, кого я знаю, я ему помогаю. Тот, кто мой родственник, я ему помогу.
Поэтому эта птица запрещена в пищу. Тора говорит, надо помогать всем. И специально Всевышний создал нас такими разными. Мы из разных стран, разные там национальности. Но именно поэтому, чтобы было тяжелее помогать, у нас как бы естественно помогать своему другу или человеку с такими же взглядами, как у тебя. Это все понятно. Но Бог ценит, когда мы помогаем даже тем, кто не такие, как мы. И нельзя уподобляться цапле, которая помогает только своим. И поэтому цапля не кошерная. Мы обязаны думать о других. И, как мы уже сказали, скрижаль, которая занимается заповедями между людьми, она основная. И Всевышний отдает приоритет служению людям, чем служению ему. Помогать ближнему – это важнее. Это первое правило. Дальше. Мы с вами в Шавуот будем читать свиток Рут. Мы будем читать про вначале большую-большую трагедию, как умирает семья Элимелеха. Был очень-очень сверхбогатый человек. Когда начинается голод в Израиле, он уходит в другую страну. И из-за этого Всевышний его наказал, погибает он и два его сына. Почему они погибают? Потому что когда голод, а у тебя есть такие ресурсы, иди спасать людей. Он покинул страну, поэтому Всевышний его наказал. И вот, одна из жен его сыновей, Рут, она решила помогать своей свекрови Наоми. Был вот этот богач Элимелех, было у него два сына. Один из сыновей женился на Рут, и все мужчины в семье погибают. Рут решила помогать своей свекрови Наоми. Наоми решила вернуться в Израиль в тотальной нищете. А Рут, которая была княгиня Моавская, она была очень-очень богата, из богатой семьи, в другой стране Моав. Она говорит, я не могу сейчас вернуться к своим родным после смерти мужа. Я пойду помогать своей свекрови Наоми. И Рут пошла в Израиль. В тотальной нищете помогать своей пожилой свекрови. Она не пошла искать себе нового мужа, она не пошла к своей семье. Вот это невероятное самопожертвование, которое осуществила Рут, невероятная праведность. Именно поэтому мы читаем свиток Рут по одному из мнений в Шавуот, чтобы мы себе зарубили на носу, что очень важно помогать другим. И если сегодня, в день Шавуота, ты хочешь принять на себя Тору, посмотри свиток Рут. Посмотри, что такое бескорыстное самопожертвование. Посмотри, насколько Рут помогала своей свекрови. После смерти мужей и после всего остального она ее не бросила и пошла ей помогать в Израиле, когда было очень сложное экономическое положение, а не пошла к себе домой в Моав. Именно поэтому мы в Шавуот читаем свиток Рут. Еще раз подчеркнуть, что очень важно помогать. И не быть как цапля, которая помогает только своим, а помогать всем максимально, насколько мы можем. Давайте двигаться дальше. На горе Синай мы сказали удивительную фразу. Мы сказали: Всевышний, ты знаешь, мы будем делать все, что ты нам прикажешь. И стараться постигать, почему это запрещено, почему это разрешено. Наасе, будем мы делать все. Венишма. А потом мы будем понимать, будем изучать и стараться постигать, насколько мы можем, почему есть такой запрет, почему есть такая заповедь и так далее. Но вначале, Всевышний, мы вслепую подписываем с тобой долгосрочный контракт. Дорогие друзья, каким образом кто-то может подписывать какой-то договор с кем-то, не зная, что будет написано в договоре? Ну как так можно делать? А это было самое правильное действие. Когда Всевышний предлагает тебе договор, когда Всевышний, твой отец, говорит: смотри, мои любимые дети, я хочу, чтобы вы жили, чтобы вам было хорошо. В таком случае нужно говорить: Всевышний, мы не хотим смотреть, что написано в контракте. Мы готовы на все. И это сказали евреи на горе Синай. На Асе мы все принимаем на себя. Потом будем стараться понять, чтобы лучше исполнять. Стараться постигнуть твои законы. Но вначале знай, мы полагаемся на тебя на 100%. Удивительная фраза, которую сказали евреи на горе Синай. Мы на все готовы, мы вслепую с тобой подписываем контракт, потому что ты наш отец. Мы же знаем с вами, что когда мы читаем Шма Исраэль – это декларация отношений между людьми и Творцом. Мы говорим: Всевышний, ты Творец мироздания. Все, что у нас есть, небо и солнце, деревья – это все ты создал.
когда мы читаем вот эту декларацию, мы должны закрыть себе глаза. Почему мы закрываем рукой глаза? А потому что мы говорим: Всевышний, мы не хотим верить своим глазам, которые тебя не видят в открытую. Мы закрываем глаза, и мы включаем сердце и душу, и мы говорим: мы в тебя верим, мы знаем, что ты творец. Мы не хотим поддаваться ошибке, на которую нас толкают наши глаза, которые тебя не видят. Мы закрываем глаза, и подобно нашим отцам, которые были на горе Синай и сказали эту фразу «будем мы делать», мы принимаем на тебя, мы принимаем на себя ярмо небес. Мы тебе хотим служить. И это то, что сказали евреи на горе Синай, на Асева Нишма. И к этому мы должны быть тоже готовы. Мы должны закрыть глаза и сказать: Всевышний, мы подписываем с тобой любые договора. Мы готовы на все. Мы тебе доверяем, мы тебя любим, и мы знаем, что ты нам поможешь. Также мы всегда, ежегодно, перед дарованием Торы, мы читаем недельную главу Бамидбар. Что написано в недельной главе Бамидбар? Написано в недельной главе Бамидбар, как евреи были в пустыне. Мы шли по пустыне, и мы там находили 40 лет. Почему всегда перед дарованием Торы мы читаем про пустыню? Почему? Потому что здесь мудрецы хотели, чтобы мы увидели потрясающую вещь. Пустыня, по ней идут миллионы путников ежегодно. И пустыня молчит. Пустыня всем разрешает по себе ходить и себя топтать. Она никого не выгоняет. Вот эта вот аллегория, что пустыня, она молча разрешает по себе ходить, мы должны также для себя в нашей жизни тоже это применять. Нас часто обижают, и зачастую это близкие люди. Мы должны уметь прощать. И это очень важно. Перед дарованием Торы нам сразу мудрецы иллюстрируют пустыню. Будь как пустыня. Иногда нужно уметь промолчать. Пустыня всегда молчит. Ее топчат. И ей никто не говорит привет. Никто не оплачивает путешествие по пустыне, самой пустыне. И человек должен также уметь иногда себя вести в жизни, быть как пустыня. Вот эту вот аллегорию нам показали специально. И вот недельную главу Бамидбар, когда мы читаем про нахождение в пустыне, мы всегда это читаем перед праздником Шавуот, чтобы вот это вот впитать в себя. Умей прощать, умей промолчать. И напоследок я вам хочу сказать, что мы уже все были на горе Синай, все души там находились. Все уже когда-то говорили: будем мы делать и будем мы постигать. Сказано, что когда мы находимся в утробе матери 9 месяцев, у каждого есть специальный ангел, который нас обучает Торе. Мы уже все это проходили. Мы уже принимали на себя Тору. Все уже находится внутри нас. Нету никаких отговорок. Ни один не может сказать: я не могу быть с Богом на настоящем правильном контакте. Я не могу соблюдать Тору. Никто такого не может сказать. Мы уже все на себя это приняли. Мы уже все учили всю Тору. Все уже находится внутри нас. Нужно максимально готовиться, и у нас получится провести праздник Шавуот с максимальной пользой для нас. Итак, сегодня мы с вами говорили про то, что самое главное – это отношение между людьми. Не быть как цапля, а быть как Рут. Рут оставила все, чтобы помочь Наоми. Также мы с вами говорили про этот элемент, что иногда нужно закрыть глаза и не верить своим глазам. Мы не видим божественное вмешательство на каждом шагу. Глаза нас путают. Нужно уметь закрывать глаза и включать веру, включать наше сердце. И мы сказали, что все уже внутри нас. Мы сможем, мы должны. И это самое прекрасное – служить Богу. Я всех поздравляю с праздником Шавуот. Спасибо огромное, что пришли на сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Хаг Шавуот. Самех.